Здравствуйте, я Лолайн. Добро пожаловать в School China. Сегодня предлагаю вам потренировать сочетание нейтрального тона с другими тонами. Это непросто, но у вас все обязательно получится. Запомните, нейтральный тон читается слабее и короче. Давайте повторим за мной. Первый тон плюс нейтральный тон. Мама. Мама. Сюси. Сюси. Тонси. Тонси. Дальше самое сложное для многих сочетание. Второй тон плюс нейтральный тон. Мингбай. Мингбай. Пьяньи. Пьяньи. Чунзи. Чунзи. Пэньо. Пэньо. Отлично. Теперь третий тон плюс нейтральный тон. Обратите внимание, когда вы произносите слог третьим тоном, именно в таком сочетании он должен быть кратким. Ну, например, дети, а не дети. Запомнили? Хорошо. Тогда повторяйте за мной. Дети. Дети. Сихуан. 喜欢，走吧，走吧，好的，好的。Последнее сочетание, четвертый тон плюс нейтральный тон. 漂亮. 漂亮，告诉，告诉，筷子，筷子，裤子。 Вы молодцы! Занимаетесь китайским регулярно? Жду вас на уроках в онлайн-школе School China. До новых встреч!